Останавливать учебный процесс в первый день забастовки учителям не пришлось. Из-за них это сделал мороз. Столбик термометра опустился сегодня ниже 30 градусов, и занятия в школах были отменены. На самой акции протеста суровые климатические условия существенно не отразились. В педагогических коллективах прошли собрания и митинги. Все ораторы в основном апеллировали к власти, которая, по их мнению, живет всласть и не дает жить другим. И сколько мы раз слышали, что так к нам хорошо относятся, с таким соболезнованием, чуть ли не в пояс нам кланяются. Товарищи дорогие, вы видите этот пояс? Затянем пояса потуже. Где? На шее? Для решения проблемы правительству, видимо, придется в очередной раз включить станок и напечатать деньги, чтобы рассчитаться с учителями, со всеми вытекающими инфляционными последствиями для экономики.